В Донбассе неспокойно. Силовики снова открывают огонь по населенным пунктам ДНР. За неделю от украинских снарядов погибли трое мирных жителей. Столько же получили ранения. А за сутки бойцы ВСУ 5 раз нарушили режим прекращения огня. С позиции украинских подразделений обстрелом подверглись населенные пункты республики. Широкая Балка, Жабичево, Спартак, Октябрь. С применением минометов калибром 120-82 мм. За ночь было выпущено более 20 мин. По данным разведки ДНР, украинские военные продолжают стягивать технику. У линии соприкосновения в разных населенных пунктах стоят артиллерийские установки, бронетранспортеры и колонны автомобилей. Прибывает и личный состав. Уже около 500 украинских военных находятся в населенном пункте Сладкое. Это в 11 километрах от линии разграничения. А накануне в Донбасс приехали депутаты немецкого Бундестага. Они привезли гуманитарную помощь в детскую больницу Горловки и вместе с Эдуардом Басуриным посетили поселок Шахты Октябрьская и район Донецкого аэропорта. Политики из Германии были потрясены масштабами разрушений в ДНР и заявили, что по возвращении домой будут настаивать на том, чтобы Германия содействовала прекращению этой войны.